Миниатюра нового ковчега в технике декоративно-прикладного искусства, образ пещеры Рождества в московской живописи, Богородица с младенцем на руках в технике валяния шерстью. Эти и другие работы расположились в фойе кинотеатра «Искра», где подвели итоги конкурса «Рождество Христово-2024». Но основная цель фестиваля – не столько определить победителей, сколько духовно развить подрастающее поколение. Это патриотическое воспитание детей, духовно-нравственное воспитание детей. Участвуют школьники видновских образовательных учреждений. В этом году у нас более 500 участников. Некоторые участники получили призы еще до награждения, в том числе и Дарья Санникова с дочерью Ксенией, которая участвует в конкурсе не первый год. В этот раз Ксюша впервые представила на конкурс художественную работу и получила диплом третьей степени. А как оказывается, у нас есть талант, наверное, будем теперь его развивать, будем заниматься уже именно рисованием, как бы художественно вот в эту направленность, то есть пойдем. Уже третий год дочь Дарьи посещает воскресную школу «Светоч», от которой она и приняла участие в конкурсе «Рождество Христово». Родители не всегда могут найти, как ответить на определенные вопросы, которые ребенок задает на такую тему, как вообще Бог, религия, в принципе, да. И поэтому мы вот туда с 6 лет, там, с 5,5 ходим в воскресную школу. Конкурс проводился в 23-й раз. Ежегодно он собирает сотни участников. Его организацией занимается Управление образования совместно с Винновским благочинием. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков оказывает всестороннюю поддержку и надеется, что участников с каждым годом будет становиться все больше. Очень радует то, что в таком большом муниципалитете такое огромное количество жителей принимает участие в подобном мероприятии. Причем это ежегодно, и здесь уже есть люди, которые и по 5 лет подряд принимают участие, кто-то и больше. Поэтому, а мы всесторонне оказываем поддержку и медийную, и, соответственно, с размещением на нашей площадке. В Большом зале после награждения участников ждал спектакль, созданный театральной студией Центра детского творчества «Импульс» на основе библейских сюжетов. Все 629 работ, представленных на конкурсе, были оценены по достоинству. Никто не остался без внимания. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.